Прикинь, на последнюю фразу так залажать. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем учиться играть песню от Кис-Кис, наших любимых девчонок. А называется она «Карантин». Прям такая актуалочка последних событий. Ну, а перед началом этого видео я хочу вам показать победителей прошлой угадайки. Эти ребята первыми отгадали все песни. Молодцы. Но кто не успел правильно все написать, не расстраивайтесь. Скоро будет еще много-много таких угадаек. Но, чтобы их не пропустить, что нужно тебе сделать, дорогой мой друг? Правильно, подписаться на мой канал. Тем более, у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. И тем более, именно ты можешь помочь мне достичь эту цель. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот так вот она будет играться. В моем сердце будто бы вирус. Я одна, и ты тоже один. Нету плюсов, одни только минусы. Ухожу на карантин. На лице медицинская маска. Эпидемия у меня. Не пройдет никакая зараза. Нет болезни сильнее тебя. Поднимается температура, тело ломит и горло болит. Я, наверное, последняя дура, раз тебе разрешаю звонить. Все, 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 или ничего. Все, 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 больше никого. Не пущу сердечко, заперто навечно. Умолять о встрече меня больше незачем. Все, 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 время пронесло. Все, 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 у меня пришло. Поболит, отпустит, нет больше грусти. Разговор опустим, я тебя давно простила. На самом деле в оригинале играются совершенно другие аккорды. Но зачем нам учить какие-то сложные, если мы можем выучить простые, поставить. Каподастеры будет звучать то же самое, что сегодня мы это и сделаем. Каподастер вам, собственно, понадобится на четвертом ладу. Но сначала разберем аккорды. И вся песня строится на пяти аккордах, которые играются всегда в разном порядке. Чтобы понять, где что играть, обязательно сейчас открой раздачный материал. Аккорд С. Зажимаем первую струну на третьем ладу. Далее идет аккорд АМ. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. К этой конструкции добавляем вторую струну на первом ладу. Получится аккорд F. Далее у нас идет аккорд G. Ставим первую и третью струну на втором ладу. А вторую струну на третьем. И заключительный аккорд. Аккорд EM. Зажимаем первую струну на втором ладу. Затем вторую струну на третьем ладу. И третью струну на четвертом ладу. Все вместе. C, A, M, Фа, Джи, ЕМ. Ну а чтобы сыграть эти аккорды в данной песне, мы поставим каподастер на четвертый лад, трунь. И от него будем считать, что наш каподастер это нулевой лад, и от него считаем. Допустим, если аккорд С у нас зажимается на первой струне на третьем ладу, то раз, два, три, вот вам, пожалуйста, аккорд С. То же самое аккорд АМ. На втором ладу нам нужно его зажать. Раз, два. Вот вам собственный аккорд. Все то же самое дальше. Теперь, как же, собственно-то, это все играть? Прикол этой песни в том, что аккорды легкие, но у нас всегда меняется рисунок в правой руке. Во вступлении мы будем играть следующее. Тут нам понадобится наша арпеджио. Если что, данной штуке у меня посвящено целое видео на канале. Вот обязательно посмотри. Но в этой песне мы будем на вступлении как раз играть 4, 3, 2, 1 на каждый аккорд. Получается. В моем сердце будто бы вирус. Я одна, и ты тоже один. Нету плюсов, одни только минусы. А вот на последнюю строчку, где играем фа, джи и С, мы тупо играем один удар вниз на каждый аккорд. И получится. Ухожу на карантин. Все соединим. В моем сердце будто бы вирус. Я одна, и ты тоже один. Нет плюсов, одни только минусы. Ухожу на карантин. Далее у нас с вами играется проигрыш. Но чтобы его сыграть, нужно простучать 4 раза большим пальцем по нашей укулеле. При этом 1, 2, 3, 4. Ну, сильно не бейте, она вам ничего не сделала плохого. Как бы легонечко сделайте, чтобы был стук. Понимаете, да? То есть ухожу на карантин. 1, 2, 3, 4. Далее, чтобы сыграть проигрыш, мы будем играть все струны вот таким вот как бы щипком.
одновременно. То есть 4-3-2-1, до этого мы играли в разложенном виде. Сейчас мы играем все это одновременно. На каждый аккорд мы будем играть его 3 раза, то есть 1-2-3. Затем на четвертый раз будем играть 1-2-3. Получается 1-2-3. Еще раз. 1-2-3. То же самое на аккорд G. 1-2-3. На аккорд АМ то же самое. 1-2-3. А на оставшийся F и G мы будем играть вот этот рисунок, но только 2 раза. 1-2-3 играть не будем. И получится... Все вместе. Данную последовательность мы будем повторять 2 раза, если что, в раздатке все написано. И на аккорд С последний мы будем играть 1 раз. 1-2, 1-2, 1. Теперь это все соединим. У нас проигрыш. Вы можете его играть или не играть, дело ваше. Далее куплет мы будем играть следующим образом. 2 удара вниз на каждый аккорд. Причем вы можете играть его по-разному или просто указательно вниз играть. Да, или вы можете играть большим пальцем. Получится звук намного мягче. То есть на лице медицинская маска. Таким образом мы это все играем. Опять же, на последние строчки, на слова «нет болезни сильнее тебя» и «раз тебе разрешаю звонить», мы будем играть на эти аккорды, как играли в выступлении, один удар вниз. То есть «нет болезни сильнее тебя, раз тебе разрешаю звонить». Теперь все это соединим. На лице медицинская маска, эпидемия у меня. Не пройдет никакая зараза, нет болезни сильнее тебя. Поднимается температура, тело ломит и горло болит. Я, наверное, последняя дура, раз тебе разрешаю звонить. Потом вы можете сделать, как в оригинале, сделать 2 как бы каши, типа... Ну, типа, так будет круто, я вам отвечаю, прям вообще круто будет. И уже, наконец-таки, на припеве мы играем наш любимый бой шестерка. Если кто не знает, он выглядит следующим образом. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Этот бой мы будем играть 2 раза на 1 аккорд. Да, причем на последней строчке, где мы играем аккорд фа и джи, мы этот бой будем играть 1 раз. В остальных случаях 2, на эти строчки по 1. Теперь это все соединим. Все, 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 или ничего. Все, 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 больше никого. Не пущу сердечко, запрета навечно. Умолять о встрече меня больше незачем. И так дальше весь припев. Таким образом, мы с вами будем играть второй куплет и припев. А на момент, где будет переход «я, наверное, переболела», мы будем играть тупо один удар вниз. Трунь, трунь. Ну а сейчас я тебе благодарю, что ты досмотрел это видео до конца. Спасибо тебе большое, ты супер. Ну а если тебе был полезен этот видос, то поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Не забудь скинуть это видео своим друзьям, которые также сидят на карантине. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.